«Магия танца». В рамках фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда» свой мастер-класс для всех неравнодушных к современной хореографии провел Ашот Назаритян. Хореограф с мировым именем, балетмейстер, режиссер, преподаватель направлений современного танца, обладатель «Золотой маски», одной из самых авторитетных и престижных премий в области театрального искусства. Танцовщик должен постоянно совершенствовать свою технику, работать над пластикой тела. Потому тот, кто хочет добиться успеха, постоянно учится. Мастер-класс опытного хореографа – уникальная возможность для начинающих. За бесценными знаниями в Иваново приехали даже танцоры из других регионов. Мне очень нравится его техника, как он все разжевывает, то, что он собранный. То есть, ну, не дает расслабиться нам. Вот, все так. Дисциплине. Очень много информации. Очень долго будет надо переваривать ее. Вот, я очень пожалела, что приехала. Вот, больше бы таких мастер-классов еще. Чувствовать музыку, стать музыкой, раствориться в ней – в этом секрет идеального исполнения, уверен хореограф. Частичку его опыта каждый из участников мастер-класса унес с собой. Если вы понимаете и знаете, что вы можете совершенно спокойно сделать спектральный виток и оказаться на другом, в другом измерении, вы самые счастливые из людей. Я вам желаю всегда это испытывать, никогда не забывать о том, что вы индивидуальны. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.